Привет, стримаши. Опять обзор еды. Где можно купить недорогую еду нормальную? Ну, летом вот помидоры, огурцы. Вот такие вот помидоры. Что-то они уже помялись. 28 рублей стоили. Я считаю, отличная цена. Огурцы были дорогие, я не буду даже их показывать. Там было что-то 55, цена 45-55. Это, я считаю, дорого для лета. Перцы, ну вот эти называют ласточка, 40 рублей. В этих перекрестках они 50-60. Но нужно выбирать, много гнилого начинает трескаться. И вот такие помидорки, не знаю, что за сорт, ну, нормальные во вкус, сладкие, похожи на какие-то розовые вот эти, но немножко другие. 25 рублей вообще продавались, просто отличная цена, я считаю, вполне нормальные они, без дефектов, просто на пятерочку. Так, а еще сейчас одну хотел вещь показать. Купил просто для интереса вот такие вот помидорки. Называются они где-то кривянские. Стоят они дорого, там 150 рублей. Но тут они продавались 49. То есть, можно сказать, в 3 раза дешевле. Они без дефектов. Но я не вижу никакого дефекта. Где-то они, по-моему, в Ростове растут. Как по вкусу, я даже не знаю, но думаю, ничего особенного, обычные помидоры. Может быть, в следующем ролике я уже пишу. То есть получается, вот эта помидорина 25 рублей, это 50 в ларьке была, на самом деле 100-150 такие стоят помидоры. То есть 150, сколько раз, 4, в 6 раз дороже вот эта вот помидорина, вот этой вот. Но я не думаю, что она особо лучше. Вот такие вот приколы бывают. Ну, а огурцы, как я сказал, почему-то они сейчас стали мега дорогие. 45, 55, 65. При том, что вот помидорки 25, можно 28 купить. Наверное, они закончили расти, огурцы, поэтому они и подорожали. На этом все. Спасибо. До свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления, покупайте в маленьких ларьках. Там можно найти нормальный товар. Не надо никаких касс, чеков, налогов платить. Государство бандитское. Подписывайтесь, ставьте уведомления. До свидания.